Малина розалистная. Не знаю, насколько она розалистная. Да, вам не кажется, она действительно вот такого размера плоды. Клубни по размерам плоды. О, еще больше, чем обычно. Вытесняет все сорняки. Очень хорошая. Единственная проблема, недостаток, что она не очень сладкая. Она скорее терпкая. Вот этот вот здесь участок, она заросла за 2 года. Вот здесь все чашечек, где постоянно растет. Которая больше, конечно, в закатку пойдет, чем есть. Закатывать в банке немножко сахара компенсирует отсутствие ее сладости. Вполне хороший выбор. Неприхотливо, абсолютно неприхотливо ни в чем. Зимой она, значит, полностью отсыхает верхняя часть, и за вегетационный период вся вот нарастает и дает урожай.